Рушалия Синева пришла на митинг с фотографией сына на груди. Она показывает его фамилию в списке погибших и вспоминает, каким добрым и порядочным был ее Саша. 19-летний парень погиб в Афганистане в 1982 году. Посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Обстоятельства смерти сына мать узнала от его сослуживцев. Его ранило, мы, говорит, подбежали, подняли его, стали выносить, а там трое шли. Куда Саша кидал гранаты уже, трое шли. И они опять выстрелили, и Саша насмерть здесь. Вот таким вот образом это самое. Вот, Саши не стало. Через афганскую войну прошли 1300 одинцовцев. 28 из них погибли. Для тех, кто остался в живых, 15 февраля – особая дата. Прошло уже 32 года с тех пор, как войска из Афганистана были выведены. Но стереть из памяти события войны невозможно, говорят ветераны-афганцы. В этот день они снова вспомнили годы службы и своих боевых товарищей. Для нас это памятный день. Вот. Мы вспоминаем ребят, которые не дожили до наших дней. У нас в Одинцово 28 человек погибло. Всех мы помним, всех знаем, вот, вспоминаем. К торжественному митингу присоединились одинцовские партийцы и первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина. К ветеранам-афганцам она обратилась с благодарностью и добрыми пожеланиями. Хотелось пожелать им на будущее здоровья, благополучия, всего самого-самого доброго и вечная память, кто оставил свои жизни во имя мира вообще на всей земле. Я знаю, что русская душа, она такая широкая, про нас всегда так говорят. И то, что люди делали в тех боевых точках, это дорогого стоит. Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. В завершении митинга возложили цветы к вечному огню. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».